Министерство обороны Азербайджана заявило о попытке проникновения на территорию страны армянской диверсионно-разведывательной группы. Один из членов группы задержан. Согласно сообщению ведомства, 16 августа около 11 часов 15 минут разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении с целью осуществления террористическо-провокационных операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана, используя промежутки между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района. Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии при огневой поддержке провокации армянских военных была предотвращена, отметили в оборонном ведомстве. Один из членов армянской диверсионной группы получил ранение и был задержан азербайджанскими военнослужащими. Другие члены диверсионной группы были вынуждены отступить. В настоящее время информация о задержанном армянском диверсанте уточняется. Будет предоставлена дополнительная информация, сказали в Минобороны. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.